Итак, ребят, добрый день, дорогие ютубо-зрители. Вам сегодня представлю небольшой короткий ролик. Очень человек такой вот отважный попался. Итак, раз, два, три, погнали. Выходите по охуенно тонкому льду, друзья мои. Ребят, вашему вниманию был представлен ролик от коммуниста. И вот что он написал. Послушал двухчасовое послание президента. Полностью поддерживаю. Полностью согласен. Отличное выступление. Ничего подобного за последние 23 года не слышал. Приятно удивлен. То есть чувак рискнул, он депутат, видимо, да, он какой-то там, ну, непростой, вот, он рискнул, типа, вот, смелый, очень смелый поступок. И, ребят, и к чему я это все завел? К тому, что, ребят, в последнее время появляется, если раньше не было, да, каких-то вот среди депутатов, все заткнули рты, да, все молчали, то сейчас появились такие немного оппозиционные депутаты, как типа Бондаренко есть такой, тоже из коммунистов, Ступин тоже из коммунистов, вот этот депутат. И что-то... Ваше место у параши. Что-то такое вот уже появляется, если раньше они все, абсолютно все молчали, то сейчас вот такие вот перформансы, да, такие выходки позволяют себе депутаты. А, ребят, и заметьте, все это делают в основном молодые депутаты. Старые депутаты, вообще никто ничего не вякает. То есть, и вот, ну, что-то, хотя бы что-то, кто-то как-то, блин, что-то делает, да. Хотя это, скорее всего, показуха, да, и, скорее всего, он бы потом получит втык. Но все же, ребят, все же есть какая-то... Хотя и карманная позиция, но она есть в лице там вот этих же депутатов. И это хорошо, ребят, что есть вот такие вот люди. Все, ребят, это было небольшое короткое видео. Всем спасибо за просмотр и пока.